Ну что, всем привет, мальчишки и девчонки, с вами Мейхем, а это у нас пятая серия прохождения пролетария экспертной версии Майнкрафта 1.16.5, и мы продолжаем крафтить, а именно крафтить мы продолжаем много, нудно и всего остального. Я тут за кадром подготовился, поэтому в принципе у нас все есть, как видите, у нас дохрена всего, поэтому начнем. Наша сегодняшняя задача с вами выйти как минимум в криозот, в идеале выйти вот сюда, в... Вот это вот прекрасное колесико, я надеюсь, оно сможет сделаться без использования других модов, то есть чтобы нам не нужно было вот это все открывать, и чтобы мы могли сделать вот эти колесики, и самое главное, вот это колесико, чтобы наконец-таки заменить вот эту херабуду ссаную. Как она меня задолбала, я так уже устал этого всего. Моя ферма потихонечку работает, там все хорошо и замечательно, единственное, что она, естественно, не автоматическая, но она дает нам возможность... Вполне неплохо жить. Вот, единственное, что пока что мне не хватает еды, так что я до сих пор питаюсь хлебом. Когда уже меня разбарабанит, я не знаю, но надеюсь, что никогда. Сегодня мы начнем с чего? Ну, естественно, вот с этих моментов. Первый это вот это нам нужно будет сделать. Второй нам нужно будет сделать вот это. И этого нам нужно будет сделать много. Поэтому крафты, 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 еще раз крафты. Я здесь себе за кадром все подготовил, поэтому особо долго для вас этого не будет. А для меня это было довольно долго. Так, единственное, что бронзу я забыл. Да, я, кстати, все переплавил. Я задолбался это все плавить, но теперь у меня огромное просто количество всего. И, в принципе, я могу похвастаться тем, что у меня реально хватает теперь ресурсов на многое. Благо, кстати, алмазов я так и не нашел, поэтому все довольно печально в этом варианте. Итак, погнали. Сюда-сюда у нас есть рунический стол. Опять темнеет. Блин, почему я всегда начинаю в темноту? И вот здесь я себе собрал все необходимое. По идее, должно все быть... А, 30 вудов. Мне не хватит 30 вудов на все про все. Ладно, 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 ладно. В принципе, ничего страшного с этим нет. А для чего я это все собирал? Вот для этой херни я собирал, поэтому делаем вот так. Делаем вот так. У нас 64 цинк-кейзинга есть. На дворе 3 утра, поэтому я так ни хреново подтупляю. Но наша задача с вами сделать вот этот Coke Oven, и к нему мы, собственно, и пойдем. Coke Oven нам нужен для того, чтобы мы могли наконец-таки при помощи него делать... Здорово. Все, непрошенные гости выгнаны, теперь можем продолжать. Coke Oven, то есть она же коксовая печка, нам нужна для того, чтобы... Дверь закрыта, закрыта. Вот, она нам нужна для того, чтобы мы могли наконец-таки получить первый криозот и уже от него плясать со всякими бубнами и всем остальным. Поэтому погнали. Для того, чтобы сделать криозот, нам нужны руны огня. Я себе сделал уже необходимое количество, точнее, как там надо намного больше, но для начала пойдет. В принципе, нам их нужно 54 штуки аж. Охренеть, сейчас столько ресурсов потрачу. Итак, ставим. Единственное, что я не знаю, а если его вот так поставить, не, по-моему, он работать так не будет, поэтому ставим его сюда. Первый мы сделаем с вами вместе, а потом уже я буду делать это самостоятельно. Так, становимся сюда и руна огня. Нет, это у меня для руны воды все сделано. Так, проверяем последний раз перед выходом. 1-1, 1-1, 2-2. Окей. Вот эти стекла, кстати, делаются из обычного стекла в резчике, поэтому, в принципе, особо останавливаться не будем. Кидаем раз... 2. Кстати, спасибо огромное тому, кто написал, что можно забирать отсюда вещи. Это прям очень удобно. Маны насытилась. Теперь берем вот это, кидаем. И палкой жбонь. Есть первая руна. Почему так мало? Вот единственное, что почему так мало дают за. Ну, типа, почему одна руна? До хрена ресурсов, а руна одна. Бесит ботаня. Кстати, пока я жду. У меня для вас есть охрененная новость. Какая именно? Смотрите. И 10-я руна есть. Надеюсь, вам понравилось то, что я вам сейчас показал, и вы ждете это точно с таким же нетерпением, как и жду я. В общем, я пошел в закадрию по-быстренькому сейчас. А хотя нет, давайте мы сделаем вот как, смотрите. Нам для того, чтобы сделать... Вернись вот сюда. А нам нужно больше руна огня.
А, не, как раз 27. Да, нам 54 штуки их нужно для того, чтобы это все сделать. Нет, давайте я сначала все сделаю, а потом мы перейдем к крафтам. Итак, чудеса монтажа. У меня все готово. Поехали. Для того, чтобы нам это все сделать, нам нужно, собственно, вот такой крафт. Он не особо страшный. Единственное, что куда я все делал. Вот сюда я все делал. Вот это сюда. По-моему, все, да? Нет, и вот это мне нужно сюда. Все, замечательно. По идее, мне их нужно, мне бы одной хватило. Но одна это скучно, поэтому мы сразу делаем две. Хлеб, вот так вот сделали. Дальше наш молоточек сюда. И поехали, сразу ставим в правильном месте. Бы еще бы выбрать это правильное место. Давайте вот сюда у нас пойдет ветка технологий. Поэтому мы сейчас здесь и выстраиваем. Так, ровно на две штуки. Раз и два. Вуаля, у нас с вами появились две коксовые печки. Смотрим дальше. Что нам нужно, чтобы продолжить? Кстати, книжечку мы получаем, это нужное дело. Для чего нам вообще нужна коксовая печка? Она нам нужна для того, чтобы получать, как ни странно, коксовый уголь. Поэтому давайте смотреть. Коксовый уголь. То есть вот он, кол-кок, который делается при помощи... А, мистикл кол. Блин, у меня он есть. Здесь мы засовываем раз, и сюда мы засовываем два. Все. Как только он будет пережариваться, он будет нам выдавать 500. Серьезно? Всего пол-литра криозота, который в свою очередь 250 требует из мистикл вуд планксов, да? Как тебя делать? Не так трудно. Так, ну да ладно, пока оно там все делается, пускай перерабатывается, не так много, как я надеялся, но, блин, что поделать. Мы забираем все вот это сюда и просто подходим, ПКМ, да? Нет? Ага, надо было их скинуть, окей. Давай, вот так, есть. Почему они не стакаются? Почему они не стакаются? 5, 10, все нормально, все норм, все хорошо. Возвращаемся сюда и делаем крафт. Единственное, что нужно предварительно посмотреть. 2, 2, всего остального по одному. Раз, два, раз, два, раз, 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 раз. Все, замечательно. Ждем-с. Кидаем камушек, жбоник, руна воды есть. Все, поехал я за кадром, все сделаю, а там уже вернемся, когда это делаю. Дальше. У меня здесь в загажнике были 30 foot planks. Вот они, сюда иди. Чтобы сделать нашу вот эту вот штуку, вот эти... Охренеть. А чё так можно было? У меня их всего 25. 24. Ух ты ж. Чё, прям тютелька в тютельку хватит? Серьезно? Если я правильно понимаю, то нужно сделать вот так. Так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Да, кайф. И есть одна. Хорошо, погнали. Чё, руна возвращается? Что? Да, руна возвращается. О, как круто. 30 wood planks'ов я нашел немножечко, поэтому нормально, пойдет. Жить с этим можно. Дальше. Что нам надо? Нам нужна вот эта штука. Сюда, сюда. 32 есть. И большие шестеренки. 12 штук. Так, так. Сюда. 3 есть. Готово. Засчитывайся. То есть квест мне не засчитают, да? Да и ладно, хер с тобой. Не засчитаешь и пофигу. Мне еще нужны. Блин, зачем я сделал 3 штуки? Черт. Ладно. Не, у меня больше ничего нету. У меня закончили все 30 wood planks. И единственное, теперь остается тупо сидеть и ждать. А он 7 уже сделал. Слушайте, довольно быстро делает. Возможно, долго и не придется. Где мои ведра? Когда-нибудь придет такой момент, что я перестану мудохаться с этой штукой и наконец-таки все это сделаю. Но, видимо, не сегодня. Делаем депо. Делаем вот эту штуку. Мне нужно копер кейзинги. У меня он один. Как ты делаешься? Вот это, вот это. Так, вроде я все собрал. Так, так, сюда. Так, так, сюда. Замечательно. В чем фишка данной плевалки? Ей не требуется кинетическая энергия. Поэтому ставим ее вот сюда. Здесь мы ставим вот так. И единственное, что это придется
вручную наполнять. А Treated Wood ты делаешь из Mystical Planks. Так, что это? А, воспламеняемый, не понял. То есть тебя просто так нельзя. Через ведерко, да? Через ведерко нельзя. Окей. У меня здесь стоят флюид-пайпы. Вот он, basic флюид-пайп. Нужны вот эти. Для этого нужны вот эти. Благо, мы все можем. Вот это. Допустим, сюда. Вот это. Сюда 16. Это. Сюда 4. И это... Бронзроды, айронплейты. И бац, бац, бац. 4 штуки есть. Так, самое веселое, что вот этим модом я ни разу не пользовался, поэтому сейчас будем учиться пользоваться им вместе. Единственное, что надо пожрать. Так, ставим раз, два. И здесь нужно что-то настраивать. А прикиньте, оно бы сейчас взяло и просто так заработало бы сразу. Во, было бы кайф, да? Но нет, нет, увы, никак. Каким боком мы можем сделать возможность, чтобы оно все работало сразу? Не вариант. Вообще. Ни при каких просто обстоятельствах не вариант. Мне нужен песок. Заходим сюда, делаем шестеренку. Сюда. Мне нужно сейчас переплавить латунь. Закидываем вот это, закидываем вот это. Вот эти вот плейты также плавятся. Кладем сюда, кладем вот так, забираем. И сейчас выплавляем латунь. Их же по 4. Поскольку надо? Сколько? 8 слитков? Ты долбанулся? Куда тебе 8 слитков? Ты чё? Ты нормальный? 8 слитков. Хрена себе. 8 слитков. А чё не 20? Не 30, блин? Трындец какой-то. Так. И получается, мы можем сделать вот эту штуку. Да. И поспать. Единственное, что пробуем сначала поставить вот сюда. Нет, подожди. Типа тебя сначала ставишь. Ага, во. Вот так, окей. И сюда. Во, заполняется. Ей. Теперь вот это. Кладем сюда. И оно пошло плюхать. Это было странно. Еще раз. Ставим сюда. Вот сюда, на центральную, вот на эту штучку. Правой кнопкой мыши. И ставим вот сюда. Все. Замечательно. Эту забираем. Это забираем. Ставим сюда. Так. И выбрасываем. Да. Интересно. Хорошо. 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 Вполне меня все это устраивает. Сколько у нас их? 57. Так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз. Точно. Вот эту штуку. Раз, два. Во. И четвертый. Есть. Шикарно. Сюда. Теперь мы можем сделать... Конечно, можно было вот эту цепочку сначала сделать, чтобы засчитался квест. А, похрен вообще. Вот эту штуку. Еще 4 редстоуна. Так, так, так. И есть. У нас есть с вами Water Wheel. Если у нас есть с вами Water Wheel, тогда вот эту всю систему мы можем переделывать. Да? Давайте так и сделаем. Если у нас есть с вами Water Wheel, значит, мы можем это все переделать. Поэтому вуаля. И теперь нам нужно это все перенести в более нормальное место. А давайте вот здесь. Почему бы и нет? Единственное, что мне нужно... Да, я могу. Ведерко. Сюда, и мне нужна вода. 1 штук. Все. Чудеса монтажа на ускоренной перемоточке. Погнали. Ч
500, я, по-моему, переосилил ее. Она выдает только, если я ставлю сюда, все, короче, дальше она не могет. Ну да ладно, ничего страшного. Эту мы подключим обратно вот сюда, в промежуток. Все, оно, в принципе, все работает. Тогда это можно убрать, это можно убрать, и это можно поставить вот сюда. Все. Только кейсингом закрыть нахрен бы это все. Не знаю, насколько это вкусно будет под конец, но я себе сделал переключатели. Короче, при помощи нажимания вот этой вот штуки у меня начинает работать либо миксер, либо начинает работать, собственно, пила, при этом он останавливается. Поэтому на одном генераторе у нас выдается сразу на два варианта. Как это работает? Через... лучше вот так. Через Redstone линки. То есть один Redstone линк стоит здесь с принятием, второй стоит вот здесь с принятием. Отсюда идет Redstone сигнал к Redstone факелу, к блоку, на котором он стоит, подведен вот так вот Redstone. То есть мы получаем что? Смотрите, как только я жмакаю, сюда подается Redstone сигнал, точнее, наоборот, он убирается, факел загорается. Нажимаю наоборот. И таким образом, зачем я это хотел сделать, чтобы можно было сделать вот так. Закрываем. Вуаля. И проверяем. Щелк, работает, щелк, работает. Все, довольно удобно. Вот такая серия у нас с вами получилась. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения. И увидимся с вами в следующих сериях или на стримах. Все ссылочки в описании. Пока-пока.